какие-то новые лавочки появились, вроде бы. Ну так-то как и было. Я тут еще не ходила вот этой дорогой. Что? Вот этот хороший, да, дизайн, вот этот? Ice and Pyramid. Да? А еще Fatima Happy Hand. Nice. Вот это вот астрологическая красота. Слоник красота. Будда красота. Кришна красота. В общем, все красота. Мандала. Ну, это череп вроде, да? Ну, тоже такой позитивненький череп. В глазах цветочки. Это не индийский номер, говорит. Как из Европы, говорит, приехали. Very good bike. Вот компания. Тут компания, наверное, приехала. Для продажи 60 тысяч индийских рупий. Would you like to buy this for... Не? Тяжелый, говорит, если упадет. Вот еще. Путешествует. Как будто Австрия, говорит. Из Лондона в Мумбай. Но это не лондонский номер. Пошли, пока нам байкеры любопытные носы не пощелкали. Good morning. Бизнесмен. Сейчас уже встретили нашего зрителя. Говорит, ваши советы мне пригодились. Я говорю, хотите привет кому-нибудь передать? Застеснялся, правда, но очень долго благодарил за то, что я рассказываю об аюрведе. Вот. Ну, приятно, конечно. Приятно встретить с утра хорошего человека, который спасибо скажет. Сейчас с Сашей с местными поговорил, говорит, что-то москитов много. Они говорят, да, в этом году больше. Ну, я не знаю. Мы ездили, когда 2 или 3 года назад с Тамарой. У них был москита ауэр. Час москитов с 6 до 7 вечера. И вот этот час надо закрывать окна. Ох, ох. Это рай. А потом нормально уже. Вот эти шапочки. Very nice. Это из конопли шапочки. Очень хорошие. И экологически полезные. Потом я без Саши себе куплю. А то вон он зевает, сидит. Стоит, идет. Сейчас, лейта, лейта, на орле. Потом. Потом. Вот здесь все их носят, эти шапочки. Такие замечательные. Они не греют, они наоборот охлаждают. И от солнышка спасают. Так что я себе такую куплю. Еще в том году себе хотела, решила, что куплю. Так и не купила. А в этом куплю. Поменяю бандану на шапочку. А то ругаются некоторые. Все хотят улучшить меня. Вот. Берем, идем в магазин за коньками. Покупаем лыжи и пытаемся переделать их в коньки. Коньки это коньки, лыжи это лыжи, я это я. Чего меня переделывать? Уже 50 с хвостиком. Уж какая, что выросла, то выросла, как говорится. А то не так сидишь, не так свистишь. А вот сейчас, говорит, настоящая German Bakery камин. Прям настоящая. Original one. Где? Where? Вон там, слева. Да, I don't want coffee.
Вот, вот она. German Bakery. И я вот чизкейк только люблю. Вот такой кусок чизкейк. I have money. If you need, take it. One is enough, да? Да, one is enough for us. Вот такой вот я люблю. Манго пай. Пирожочек. Вкусненький здесь. Apple. И шоколадные шарики за 10. You want? After food. Yes, we will try. Манговый штрудель. Раги and bread. They have brown bread, very good. No, I like it. Оно булочки мы любим. Мы булочками уже избалованы. Да. Очень вкусные. Все холодное. Я теперь пью только горячее. Coca-Cola Boy, Fancy Boy. Всему бой объявила. Холодной воде бой, соде бой. Всему бой. Йоу! Happy, happy life. From morning, very happy life. Я иду, говорю, я несчастная, я больная. Он, да ты посмотри, подумаешь, горло приболело. Ты на океане, солнце, Гоа, свобода. Не с той стороны. Ты взглянула на свою жизнь, не под тем углом. Я говорю, да и правда. Я говорю, вся проблема в наших мыслях. Даже прошлого не существует, оно только в нашей памяти. Но оно может делать нас несчастными. И то же самое подумала, я болею, сгрустнула. Подумала, о, я на океане, заулыбалась. От того, как мыслю, те гормоны вырабатываются. Вот удивительно просто. И у меня выработался гормон счастья от смены угла зрения. Поэтому самое важное – работать над нашими мыслями. ₹80, 100 грамм. У него чай есть. Мани, ту мани, мани. Я пока смотрела там на парня, вступила в коровью лепешку. Он говорит, ты очень занятая. Я говорю, это к деньгам. Он говорит, в Индии так много денег на дороге валяется. Только и смотри, чтобы не вступить в какие-то деньги. No problem, darling. I not, not good duty. Это была тоненькая лепешечка-то. Да у меня нога-то не грязная. Подошва только грязная. Хочет... По-моему, у меня бронхит. Хочет меня вычистить. Вот мы тут жили с сыном, когда первый раз приехали сюда. Вот здесь вот снимали комнату. Вот там вот была комната. 400 рупий стоила. У девчонок мы были в гостях в том году. 800 рупий стоила комната с кухонкой. Сутки, естественно. Как же его звали-то? Сантана. Owner of this house, Сантана name. У него и такси было. Он нас в такси потом с сыном. Ой, в такси в аэропорт отвез. Монтана, Сантана. Вау! Вот это, да, позитивная простынка. А это тоже позитивная. Прямо такой веселенький скелетик. Видно, что и там ему хорошо. Тоже позитивно мыслил, наверное, при жизни того мозга, который там был под черепушкой-то. Вот хорошенький тоже магазинчик. Вот тут поворот, значит, туда, к остановке. Там дорога на пляж и остановка такси, стоянка. Fresh Juice Center. Мы его любим. Он простенький. Чай здесь хороший. Кофе тоже здесь у них есть. Они в машине делают. Чай машин, кофе машин. Мороженое есть у них. И соки есть. Выглядит просто, но хороший. Кофе, чай возможен.
А возможно, еще и кокосик. Я лучше возьму кокосик. Чай, кофе я и дома могу сделать. Говорит, машинный чай очень вкусный. Ой, правда, с имбирем. Джинджер, а кардамон, кардамон. Also, с кардамоном. А так можно вот, пожалуйста, любые. Любой кокосик. 30 рупий маленький кокосик у него. Very good. Приговор. Бац. Кокосу. Бабаджи Джус Центр, Арамболь Бич. О, корица какая! Это же корица, да, эти палочки роскошные? Ой, какой шарфик розовый. Да. 2,5 килограмма. Но не я сипуца. Надо нам, не надо? А, окей, ну. 2,5 килограмма много. Мы вот попросили отрезать половиночку, чтобы на килограмм где-то было. Памкин суп хотим сделать завтра. Вчера делала чебуреки со шпинатом. Так. Иногда у них бывает укроп. У них есть мята. Может быть, мне надо мяту? Я не знаю. Ну, это должен быть просто острый нож. Просто у него нож не очень острый. Ой, блядь, Янси. Be careful, be careful. Да. Угу. Давай вот эту маленькую, маленькую. Да, а папа хочет большую. Давай большую. Семечки, говорит, забери. Забери себе семечки. Вообще обычно продают резаную семечками. Ну и думаю, Саши найдет слова, которые убедят их забрать себе семечки. How much? 180 уже. А в Драмсале были 60. Потому что они оттуда, там они растут, оттуда их привозят. Ну и сколько? Я вот эти люблю. Сейчас я и парочку возьму. Найс. Так, сколько? How many kg? А, you not check. Вот три. I will take three for fruit salad. У нас столько уже фруктов чудных. О, 1,2 кг. Гораздо лучше, чем 2,5. No, this, Ава. И так, 200 грамм, 214 грамм. Very good. 50, давай. Какая яблочная гирлянда красивая. О, молодцы. Какая клубничка поспела, хорошая. Вот здесь прямо рядом хороший магазинчик, тут все есть. Давай, давай купим маленький коврик. I don't know, do you have matras or no? Open, open, check, do you have or no? Вьетнам? Молочка купили. Молочко, кексики. Давай. Все. Такая задумчивая, такая грустная. И такая ручку положила под подбородок. Ой, бельё. Ха-ха-ха. Вот так. Ой, ой, ой. Вот так вот мы перед заходом в дом. Душ, душ, говорит. Душ финиш. Теперь можно заходить. Все. Замечательно. Ага. Ага, вот так вот мы оставляем тапочку. Вот
предназначение нового коврика. И вытираем ножки.